Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео будем экспериментировать с пряником, с мятным пряником. Посмотрим реакцию рыбы на мятный пряник. Значит, опустили пряник на дно, глубина порядка 1,5 метра. И вот, когда рассеялась муть, уже смотрим, небольшие рыбки начинают подходить, интересоваться. Вот они, плотвички подходят. Сверху клеечка. Вот маленький подлещик в кадре был. Ну, стандартный набор, речной набор рыбы. Пока еще никто не рискнул откусить от пряника кусочек, но рыбка крутится вокруг него. Смотрим, что будет дальше. Происходящее происходит на дне Москва-реки. В этом месте небольшое течение есть, и, конечно, вода не очень прозрачная, но все же вот что-то можно разглядеть, что происходит на дне. Смотрим, в правом углу окуни появились, стоят по течению. Вот небольшая плотвичка пытается все-таки что-то откусить рядом с пряником, со дна. Вот уже подлещик хотел, но что-то развернулся. В этот раз какая-то некрупная рыба собралась, в основном большая часть ее — это углейка. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока.